Херсонском направлении украинская артиллерия уничтожила большое количество старших офицеров российской армии. Об этом сообщил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Офицеров врага накрыли артиллерийским огнем, когда они находились в одном из гостиничных комплексов. Кроме того, в Херсоне только за последний день было нанесено 7 крупных ударов по скоплениям живой силы, техники и боекомплектов врага.